Всем привет! Сегодня на обзор получил телефон Nokia E72 Brown. И сейчас я сделаю распаковочку и посмотрю, что там у нас за телефон. Так, вот, собственно, коробочка. Данные телефона. Зарядка. USB-кабель. Тут у нас телефон должен быть Браун. Да, Браун. Кончик. Да, выглядит отлично. Сейчас мы включим, посмотрим, что у нас тут. Сперва посмотрим информацию по телефону. С лампочками. Решетки. Софтвер версия. 2019 года телефон. Университет. 0.82. Писали уже в предыдущих обзорах, я делал там на телефон распаковку, и там я делал тоже фотографии, видео с ним. Поэтому можете найти и посмотреть. Сейчас установлю русский язык. Украинский есть тоже. Я поставлю на русский. Так, что там тут? Сейчас перезагрузится. Должен быть русский язык. Пока посмотрим внешний вид. Загружается, перезагружается. Ничего не летит. Чтобы не красиво, ну и высокий язык. Так. В общем, все нормально. Можем еще, в принципе, заглянуть под крышечку, что там у этого телефона. Так. Вот такая вот крышечка металлическая. Сцена стыла. Батарейка. ДП-4А. Сейчас посмотрим, что там под ней есть.
поднялись. Такая штучка еще фундамент, ну это плата сразу видно, что чистенькая, то есть телефон не восстановленный, рефербишит, ну походу там нормальный такой аппарат новенький, ни разу не виделся. С вами был Ткаченко Сергей, это канал GadgetX, спасибо, всем пока.